Тростевая мальва. Думали, что будет сортовая. Оказалась простая. Ну, хорошим веником она выросла. Хотя бы это радует. Как так произошло, никто понять не сможет. То ли семена попали не те в пакетик, который мы купили. Должна быть фиолетовая, махровая такая суперная мальва. Но вместо нее вот это вот растет. Ну, тут вот дербенник, он получается не на грядке. Он вырос на дорожке. Я его пытался отсюда отсадить. Он с корней отрос. Ну, я плюнул, оставил его здесь. Тут вот дорожка щепой засыпана. Я ему как бы резервацию сделал. И вот он торчит тут уже. Наверное, четвертый год он на этой дорожке растет.